Здравствуйте, друзья! Спасибо, что смотрите наш канал «Прошу к столу». Сегодня я хочу предложить вам очень простой, но безумно вкусный салат с красной рыбой. Такой салат вы можете подавать как на праздничный стол, так и на ужин. Для салата нам понадобится красная рыба, красная капуста, китайская капуста, зеленый лук, имбирь, соевый соус, мед, лимон и оливковое масло. Начнем с приготовления рыбы. Сначала сделаем соус. Натрем цедру лимона. Много не надо, нам нужна буквально чайная ложечка цедры. Теперь мы возьмем сок лимона. Тоже буквально 1-2 чайные ложки. Две-три столовые ложки оливкового масла. Столовая ложка меда. Мед вы можете взять любой, какой вы любите. Сок имбиря. Имбирь я на терке потерла и просто выдавила сок. Если вы любите поострее, возьмите 3-4 ложечки. Я положу 2,5 чайные ложки. И добавим немножко соевый соус. Столовая ложка. Теперь мы это хорошо перемешаем. И этим соусом хорошо смажем рыбу. Рыбу, конечно, предварительно нужно было вытащить все косточки. Если какие-то косточки остались после приготовления рыбы, их тоже можно будет аккуратно вытащить. И теперь мы поставим запекать рыбу в духовку на 180 градусов минут на 10, не больше. Пока рыба жарится в духовке, мы порежем капусту. Нашинкованную капусту я немножечко примну руками, так она будет мягче и сочнее. Для соуса возьмем пару столовых ложек оливкового масла. Столовую ложку соевого соуса. Даже можно немножечко побольше. Так, капельку. И лимонный сок. Хорошо размешаем. Из лимона выпадают косточки. Так, в ложку берем соус, чтобы косточки не попадали. И пару ложек мы польем наш салат. Остальной соус мы оставим для рыбы. Друзья, рыба готова. Мы запекали ее 15 минут, потому что кусок у нас большой. Теперь дадим время рыбе остыть. Рыба остыла. Разделила рыбу на довольно большие кусочки, вытащила косточки. И теперь вот соус, который у нас остался, мы поливаем рыбу. Немножко здесь перемешиваем, чтобы рыбка пропиталась всем этим соусом. И перекладываем рыбу к салату. Салат перемешиваем аккуратно, чтобы рыбка не ломалась, оставалась такими же большими, красивыми кусочками. И вот наш салат готов.
Дорогие друзья, салат с красной рыбой готов. Посмотрите, какой он получился красивый, яркий, сочный, очень вкусный и полезный. Таким салатом вы можете украсить праздничный стол и семейный ужин. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал, не пропускайте новых рецептов. Прошу к столу и приятного вам аппетита!